Необычный ресторан открылся в Москве. Для многих он покажется странным, так как посетители здесь обслуживают одинаково одетые близнецы и исключительно парами. Здравствуйте, нас зовут Вика и Ника. Очень нравится, очень дружелюбный коллектив. Если одна пара, уже весело, а когда две, еще веселее. Барменами работали до этого летом в другом заведении, просто как была стажировка у нас. Нам очень понравилась эта стажировка, поэтому мы решили, что эта профессия нам подходит, и устроились сюда работать. Владелец заведения рассказывает, что на такую необычную концепцию его толкнула сильная конкуренция среди московских заведений питания. Чтобы привлечь посетителей, нужно было придумать что-то экстравагантное, и владелец заведения воспользовался воспоминаниями из детства. Ну и любимый фильм детства «Королевство кривых зеркал», конечно, тоже всегда в голове присутствовал. Ну и вот такой подвальчик придумали сказочный, где своеобразный мир близнецов, где все по два, где вот даже у нас на стенах все близнецы, и близнецы-звезды, которые тут принимают гостей, не близнецов, ну вот как-то так. И посетители, похоже, действительно потянулись за необычными впечатлениями.